Друзья, всем привет. Очередная тема, интересная, актуальная. Телефон нашего подписчика попросили посмотреть, что такое. Вот обратился с такой вещью под экраном. Вот так вот нажимаю, и такой расплыв характерный виден. Вот над большим пальцем надавливаю, и такой расплыв виден. Предположили, что дело в батарейке. Телефон он приобретал бэушный, и там неизвестно, что к нему. А ранее мы ему клеили пленочку, вот такую хорошую, на заднюю часть. Ну и так там смотрели, вообще идентифицировали телефон. То есть тут у него оригинальный экран, там все такое. Ну, телефон он бэушный покупал. А суть в чем? То есть сейчас тема актуальна, на самом деле, батарейкам. Время приходит, 7-8 серии телефонов. И вот здесь такой явный характерный признак того, что батарейка сдулась. Опять же, есть такой момент, сейчас на пользовательском уровне можно посмотреть в настройках. Так, заходим в настройки, аккумулятор. Состояние аккумулятора, вот опция. Вот здесь даже уже идет пометка сервис. И туда заходим. Да, здесь в процентном выражении показан объем самой батарейки. То есть рекомендация производителя, то есть самой Apple, когда объем приближается к 80 и ниже падает, это уже батарейка в замену идет. То есть это примерно соответствует 2-2,5 годам эксплуатации. То есть это нормальное явление абсолютно. Сейчас батарейка там живет 2 года, ну максимум там. И ее поменять в течение этого времени даже необходимо. Здесь тем более явно вот... Ну да, тут без разницы, вот на цветном фоне даже лучше видно. Это именно подздутая батарейка, тут не скрывая, уже все понятно. Сейчас откроем, посмотрим, заменим. И как раз покажу вам, мы предлагаем только оригинальные батареи, соответственно, на новой батарейке. Здесь будет показывать статус 100%. Так, занимаемся. Кстати, забавный момент, тут пленочка где-то полгода послужила, вот вся такая поцарапанная уже. Ее бонусом поменяем, обновим. Тут просто попросили человека немножко поснимать по теме, по актуальной. Такой подарочек сделаем. Так, занимаюсь. Ну, кстати, к экрану вот так подвыпирало, здесь его вообще не составит труда открыть, что называется, голыми руками. Да, здесь вообще по-страшному, конечно, выглядит. То есть телефон, видимо, ранее открывался, но нету вот этой пыли влагостойкой проклейки, из-за этого вот он внутри в таком состоянии. А, открывался он. Ну да, батарейка, кстати, мененная. Батарейка мененная. И вот это месте как раз видно ее вздутие. Да, не круто. Вот как раз вот эта пыли-влагостойкая проклейка, она защищает телефон от попадания внутри пыли, влаги. И вот если ее нету внутри, она вот в таком состоянии. Пыль внутри копится, а дальше она находит себе куда-нибудь и откладывается там обычно в глазке камеры. Ну, здесь все в порядке, нормально. Ну и вообще вот в таком состоянии. Такого, конечно же, не должно быть. Защитную проклеечку обновим. Так, выключаем. Так, сейчас, конечно же, все это дело надо почистить. Ну и сейчас установка батарейки. И, собственно, влагостойкие проклейки. Так, батарейки, как сказал ранее, только оригинал. На новой будет 100% показывать. Проклейка. Так, экранчик тоже надо по-хорошему почистить, чтобы он хорошо подклеился. Сильно запылено здесь. Собственно, вот. Ну, сейчас все в порядке, как и должно быть. И также смотрим статус батарейки. В настройках. Состояние аккумулятора. 100%.
То есть вот так вот на новом аккумуляторе должно выглядеть. Плюс, как показалось, мы все сделали четко по регламенту, обновили влагостойкую проклейку. Она при любом скрытии устройства обновляется. Так, еще сейчас вот это обновим, это бонусом. Что происходит? Что такое? Тут же написано back, back. Ну да, не крутая идея была тут клеить пленку после того, как такой телефон чистил грязный. Блин, уже с него надо делать. Тут пыль сейчас летает. Ее так не видно, но она есть. Очень тяжело подлить эту пленочку. Ну, все окей. Так, ну, собственно, все.